Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в M2Die про зомбаков. Ну что ж, поехали. Немножко сейчас газку подбавим. Вот, зомбачки наши. Проезжаем. Вот. Готово. Так, быстренько. Надо будет нам еще прокачать колесики, потому что колесики нам нужны большие. О, давай. Бензин закончился, а ускоритель там у меня еще остался. Все, остановились. 43 доллара у нас. А, 97 даже. А, я предлагаю купить сразу колесики побольше. Вот, хорошо. И мы можем двигатель даже купить более получше. Все. Что ж, поехали, посмотрим. День шестой. Хорошо. Можно чуть-чуть ускорение добавлять, я буду. Вот так, чуть-чуть совершенно. Опа! Опа, есть! Смотри, задавили мы его прям бампером. Все, потихонечку будем разгоняться. Опа, все. Кончилось. А, нет, еще есть немножечко у нас. Вот, зомбачелы. Тыщ. Да, главное вот этого большого. А, вот ускоритель закончился, бензин закончился и двигатель сломан. Все, три в одном. Что ж, давай посмотрим. О, мы как раз сейчас двигатель еще подкупим. Вот, хорошо, поехали. День седьмой. На ускорение и вот этих всех ребятушек мы будем сбивать. Зомбачки наши. Это первая катка, она самая такая будет. Ну, в принципе, легкая, да. Главное прокачивать автомобильчик наш. Чтобы он мог проезжать через все эти препятствия. О, зомбачелы. О, я повернул вверх. Тут тоже прикольненько. Вот. Видишь, зомбаки сзади, внизу остались, а я поверху поехал. Ой, бензин закончился. И ускоритель тоже. Нам нужно срочно купить бензин. Этот самый бензобак. Давай. Вот как раз на одно деление. Но далеко, конечно, не уедешь. Но все равно потихонечку будем раскручивать. Увеличивать. Попробуем за максимально короткое время проехать. Не знаю, получится или нет, конечно. Ой, чуть не перевернулся, ё-моё. Да. Надо будет нам всё-таки автомобильчик защищать как-то двигатель наш. Потому что я смотрю, двигатель, видишь, как... Он не очень сильный двигатель, поэтому... Он может в любой момент даже взорваться. Ну, в принципе, я считаю, очень хорошо мы проехали. Да, нормально. Угу. Заработали денежек. И давай прокачаем. Что прокачаем? Прокачаем, наверное, коробку передач. Купим 37 у нас долларов. Осталось 48. И можно ускоритель еще добавить. Все, поехали. Вот, добавили мы ускорителя. Хорошо. Можем увеличиваться. Ой, замечательно. Опа! Хорошо. Сейчас мы всех зомбачков. Ой, что-то мне не нравится. Что-то двигатель задымился. Что-то мне это не нравится. Надо бы успеть проехать. Ух, нифига, круто. Да, ускоритель тема. Он нам помогает ускориться. Ой, закончился. К сожалению, ускоритель закончился, но у нас зато еще немножечко есть бензиночка. Так что мы едем дальше. Все, двигатель сломан, хотя бензин у нас еще был. Немножко. Угу, получили деньги свои. Покупайте броню для защиты машины. Подумайте о покупке апгрейда брони, чтобы защитить ваш мотор от разрушения. Давай купим, конечно. Ой, отлично, потому что... вот этого нам не хватало. Вот, и смотри, там нифига себе какой-то... Что там стоит такое, крутится, прикинь, как мясорубка. Всех зомбаков мы будем сейчас раскручивать. Прикольно, прикольно. Давай увеличиваем мощность нашу. Все, сейчас всех зомбачков мы уничтожим. О, клево, смотри, как мы летим. Нормально, да? Давай, давай, ускоряйся. Ой, ускоритель закончился. Ну что ж, ничего страшного.
Надо будет потом докупить, и в принципе у меня деньги сейчас будут. Мы сейчас докупим, если что, ускорителя. Сейчас посмотрим, чего будет не хватать. Наверное, бензинчик закончится, да? Да, закончился бензин. У нас 91 доллар. А вот, смотри, я куплю ускоритель. Да. 30 долларов осталось, в принципе, мы ничего не сможем купить на них. Едем дальше. Все, ускоритель у меня есть. Ускоритель мы немножечко улучшили. О, смотри, нифига. Зомбаки, а ну-ка, дорогу. Дорогу шефу, боссу. О, надо еще стараться по ходу дела зомбаков убивать. Так. Ой, опять смотри, закончился ускоритель. Но бензинчик еще есть немножко, правда. Нам главное до заправки доехать. Все, бензин закончился. Все, идем в гараж. Смотрим, сколько у нас. 122 доллара. Ага. Ну давай бензин закупим. Все, нормально. Бензин закупили. Поехали. С бензиком. Все, сейчас, короче, у меня если деньги будут, я сейчас куплю себе ускоритель. То что, с ускорителем веселее. Вот, смотри, видишь, как я. Оп-оп-оп-оп-оп. Клево вообще. Да, ускоритель вообще тема. Ну, сейчас, я думаю, сейчас мы далеко доедем, в принципе. И я смогу себе позволить приобрести еще ускорителя. Угу. Потому что ускоритель это вообще такая тема. Она ускоряет наш автомобильчик, и мы можем далеко проехать, даже если заканчивается бензин. Вот, смотри, ускоритель уже здесь заканчивается, видишь? А я хотел бы, чтобы ускорителя дольше хватало. О, смотри, может быть, доедем. А, бензин скончился, к сожалению. Чуть-чуть не хватило. Вот, покупаем ускоритель. Так, 56 долларов остается. Ничего не можем купить. Ладно, едем дальше. Угу. Зато у нас сейчас уже вообще побольше ускорителя стало. Хорошо. Мы сейчас, я надеюсь, доедем. Потому что все равно ускоритель был приобретен. В принципе. Мы будем ускоряться по ходу движения. Вот. Хорошо. Обычно здесь у нас ускоритель заканчивался, но сейчас до сих пор у нас ускорителя много. Главное вот эти вот препятствия. Ускоритель помогает препятствия вот эти проезжать. Ой, все, кончился ускоритель. Смотри, как не кстати. Как не кстати. И бензин закончился. Чуть-чуть до гаража не хватило, а? Надо будет купить топливный бак. Ну все, надеюсь, сейчас нас хватит. Надеюсь, сейчас должно хватить нас доехать. Надеюсь, хватит. Бензинчик, так мы уже бак, топливный бак мы уже увеличили, поэтому в принципе тут я тут не доезжаю, совсем чуть-чуть. Может быть там 2 миллиметра. 2 миллиметра, да. А сейчас мы, я думаю, доедем. Ну, посмотрим, я не буду загадывать. У меня еще и ускоритель остался. Вот здесь нужно ускориться, потому что вот здесь прям машинка застревает у меня постоянно. О, давай, вот здесь главное. Все, ускоритель закончился. Ничего страшного. Главное, бензик. Бензик у нас еще есть. Давай, давай, машинка, давай. Ой, все, доехали практически. Давай, 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 давай. Все, бензин закончился, но мы доехали. Здорово. Круто, пройдена контрольная точка. Угу. Вот так мы проехали. Сейчас совсем чуть-чуть. И 148 долларов у нас. Я предлагаю. Знаешь, что сделаем? А, двигатель купим. Да. Все, едем. Здесь будет посложнее, я думаю. Так, сейчас посмотрим, проверим трассу. Вот, интересно. Можно, знаешь, для прикола подкопить и купить автомат, чтобы стрелять зомбаков. Будет интересно. О, смотри, нифига, смотри. Да, ух ты, здесь еще и вон бомбочки стоят. Эти какие взрывные. Сложно будет, конечно, в этом плане. Машинка наша будет
ломаться чаще, мне кажется. Ох, нифига, нифига, смотри. Отлично, все разбили. Опа, а здесь, смотри, немножко не добили. И закончился ускоритель, и что там мы встали. Опа, все взорвали, отлично, хорошо. Я думал, мы не взорвемся здесь. У нас кончился бензин. Да, вот кончился уже бензин, ну, в принципе, нормально. 152. Я хочу вообще автомат купить, так что мы еще раз проедем. Еще раз проедем. Я куплю автомат. И... ну, мне просто хочется, чтобы я ехал и с автомата стрелял в зомбаков. В принципе, проехать один раз-то надо будет. Вот. Вот такая машинка, но потом мы, конечно же, новую, другую купим. У нас еще будет много машинок здесь. О, перевернулся, блин. Ой, давай, 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 давай. Ёлки-палки. Ох, нифига, смотри, мне тяжело, мне тяжело тот самый, как его, разбить. А ну. О, все, разбил. Хорошо. Ой, отлично, отлично. И все, и у нас бензинчик закончился. Посмотрим, сколько нам дадут денег. А также... а, нет, 136. А, не хватает для автомата совсем чуть-чуть. Ну, сейчас мы проедем еще раз. И купим автоматик. И будем уже с автомата стрелять. Вот будет интересно. Все, ускоряемся максимально. О, отлично. Фига. Фига, чем мы. Все, ускоритель закончился. Ну ничего, сейчас я куплю автомат. И буду еще, помимо того, что я сбиваю зомбаков, я в них еще буду стрелять. Только не знаю, сколько у меня патронов, патрончиков будет. Может быть, и не сильно много. Так, вот это главное разбить. Ух, нифига, прям на меня все навалилось. Ну все, я сейчас, наверное, взорвусь. Давай, давай, поднимаемся. А нет, нормально, все, едем дальше, отлично. Ой. Все, хорошо, взорвали. Ну, сейчас много денег дадут, мне кажется, да? Нет, все, кончился бензин, заходим. О, все, теперь у нас автомат есть. Описание: отстреливает зомби, прежде чем они столкнутся с машиной. Все, покупаем. Ага. 132 доллара еще остается. Можно еще купить развесовку, утяжелитель. Помогает пробивать этих зомбаков. Ну, сейчас попробуем, сейчас прокатимся. Стрельба прекращается, когда заканчиваются патроны. Пушка автоматически стреляет. Ну, хорошо. О, видишь, как стреляет. Круто. Нифига они отлетают, зомбаки, смотри. Они нам, еще видишь, они препятствия нам убирают. Как бы мы обычно, видишь, препятствия у нас здесь с зомбаками. Все, патроны закончились, к сожалению. 10 патронов было. Офигеть, такой калаш стоит на машинке. Ну, прикольно, мне понравилось. Мы его сейчас, короче, будем более подробно мы его сейчас изучим. И я думаю, мы его будем улучшать, конечно же. Калашик вот этот наш, автоматик. Ой, давай, 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 ускоритель закончился, ё-моё. Не хватает все равно бензика, бензика. Так-то, в принципе, нормально все. Все, бензин закончился, да-да-да. Надо будет покупать бензик. Либо еще купить ускорителя чуть-чуть. Вот. А, вот я еще куплю коробку передач. Хорошо. Поедем, еще раз проедем, посмотрим. О, вот, видишь, смотри, как стреляет, офигеть. Ох, не, офига, они отлетают, зомбачье. Три патрона осталось. Вот, все, патроны закончились у нас. Да, вот это автомат, тема. Надо будет срочно еще его покупать. Еще покупать, улучшать автомат, чтобы было 20 патронов. В будущем, конечно, я потом еще 30 сделаю. Ух ты, смотри, блин, так получилось неинтересно. Так, ускоритель закончился. Да как? Сколько тебе этого ускорителя? Сколько этого ускорителя покупать надо? Постоянно заканчивается, а? К сожалению. Ну и бензин заканчивается. Надо будет еще и бензин покупать. Оу, давай, 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 давай. Чуть-чуть проехать осталось. Давай. А, все, бензин закончился. Фух. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Будем заканчивать серию. Всем пока-пока. Пишите комментарии.